Полицейские раздавали листовки с призывом внимательно относиться к купюрам в 1000 и 5000 рублей. В основном беседовали с продавцами в торговых павильонах. Не обошли вниманием и супермаркеты. С кассирами и сотрудниками службы безопасности также провели профилактические беседы. В листовках указаны признаки подлинности купюр, а также профилактические советы для граждан, составленные МВД России. Уважаемые жители и гости города Сочи, напоминаю, что сбыт фальшивых купюр является уголовно наказуемым деянием. Поэтому, если к вам в руки случайно попала купюра с признаками подделки, ни в коем случае не пытайтесь ее разменять, либо приобрести товары. Такие действия являются преступлением. Поэтому обязательно обратитесь в полицию с сообщением об обнаружении фальшивки, либо обратитесь к любому сотруднику полиции.